пьянствуя, даже грубя. И уж больше себя, это точно. Даже больше, чем просто тебя. Историй, придуманных в тени аллей. Но видел я, как отправляла в море ты стайки из бумажных кораблей. Улыбка на твоем лице согреет чей-то взгляд. И белым танцем во дворце закружит листопад. Рисует осень красками знакомую картину. И кто-то шепчет ласково: не плачь, моя Алина. Рисует осень красками знакомую картину. И кто-то шепчет ласково: Алина. Детские мечты, и тают в небе облака, когда танцуешь ты. Рисует осень красками знакомую картину. И кто-то шепчет ласково: не плачь, моя Алина. Рисует осень красками знакомую картину. И кто-то шепчет ласково: Алина. Я хочу пригласить сюда на сцену женщину, которая коллекционирует таких красивых женщин в буквальном смысле слова. Главный тренер и воспитывает. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Александровна Блинов. Я сразу собралась, потому что для меня она все равно тренер и никогда не станет подругой, потому что это воспоминание детства. 10 лет я отдала этому виду спорта. Правильно, Оксаночка, кто был спортсменом, я для того всегда останусь тренером. Да, Алина, это... Я заслужила такую девочку, как Алина. Я очень долго шла к этому, через большие тернии. Очень много звезд было для нее, до нее. Много чемпионок мира в отдельных видах, многоборье, Европы. Очень много. И пройдя такой тернистый путь, с ужасными характерами они были все, как все великие, я получила такую хорошую, добрую девочку, как Алина Кабаева. Вот вы сейчас... Вот вы сейчас все восхищенно на нее смотрели, а ведь она такая и характером, как она танцует, ведь она, вот все, что у нее внутри, у нее снаружи. Как говорится, что на витрине, то и в магазине.